Columbia Pictures не представляет. Прошло не так много времени с прошлого раза, и мы продолжаем цикл передач «Владивосток-Сухум». Наконец-то домой поедем. Замахались торчать в Владивостоке. Город, погнали. Хороший, но дома лучше. Да. И в этот раз наши коняшки практически люкс-класса. Поедем не в таких спартанских условиях, как в прошлый раз. Еврейская, конечно. Не, ну, я, конечно, не еврей, но очень хотел бы стать, эмигрировать в Израиль. Вперед, Россия! В этом слове победы пламя поднимает России знамя. В далеком городе Биробиджане пропало два российских путешественника. Их поглотила музыка, песни, пляски, а также коммунистическая партия Советского Союза. Мы доехали до Новобурейского, остановились у Стеллы пофоткаться, отдохнуть. Краун мы замотали, мягко говоря, не очень. Мотали между Владивостоком и Хабаровском. Уже весь скотч порастрепался, но пока вся эта лабуда держится. Вот это попадос! Забайкальский край впереди. Как к нему подъезжаешь, это уже выверено. Какая-нибудь погодная аномалия. Кстати, температура 15 градусов, не особо и холодно. Нас смывает в открытый океан. Часовня имени Николая Чудотворца, помощника и покровителя всех путешествующих. Мы чуть не обсохли на Альфарде, он высосал весь бензин, грёбаный Забайкальский край. Это же дыра Советского Союза бывшего. Почти не обсохли, да? На грани, грамм 100, наверное, оставалось. Она не шевелится. Третий день подошел к концу, мы проехали 3250 километров. Комаров куча, жуют на ходу, снимать невозможно вообще. На крауне начало отлетать все, что мы поналепили. Остался пока капот. Пришлось модернизировать защиту вручную. На Альфарде мотали только капот, все на месте. Сейчас мы приезжаем в гостиницу с громким названием «Гостиница» и завтра едем в Бурятию. Самое интересное, Альфард 3 литра, пятиступенчатая коробка, до сих пор укладывается в расход 10 литров на 100 километров. Краун 3,5, V6, укладывается 8 литров, 8! Поехали с утречка пораньше из Бады и уже добрались до Бурятии. Бурятия нас поприветствовала снятым асфальтом. Полтора месяца назад этого не было. Ну и забытый богом Забайкальский край. До свидания! Поездка полтора месяца назад кардинально отличается от текущей.
сделали кучу дорог. Во многих местах уже нет того ада, по которому мы ехали. В кратчайшие сроки положили новый асфальт, либо латки на старый. О боже, храни нашего царя, чтобы он продолжал делать дороги по всей матушке России. Ну и как же в Бурятии без Омулевой сопки и горы Спящий Лев? Самое красотище. Отсюда понятны масштабы всего происходящего. Это после спуска вниз, в другую сторону к реке, средняя сопка. И вот та вершина, на которой были сняты прошлые кадры. Артём! Да! Ну, какова же все-таки красота? Город Улан-Удэ, центр. Добрались до Байкала, и нам еще 6 чем-то тысяч километров до Сочи. Едем дальше. Артём, скажи 300. Начался шестой день пути. Проехали за 5 дней 4500 километров. Шли бодрячком, практически по 1000 в день. И в пятый день схалявили. Будем наверстывать упущенное. Ну и дальше хорошая дорога. Капот поободрали. Можно камней особо не бояться. А вот просто обгонять. Сейчас покажу прикол с краудом. Значит, едем. И все. Дальше ехать не дает. Это скорость 185 по GPS-у. Объезжаем Красноярск. Проехали 5000 километров. Это 50% пути. Но дороги все лучше и лучше. Поэтому это больше, чем 50%. Шестой день в пути можно назвать днем ремонта дорог. Перед Кемерово раскопали все, что могли раскопать. До Кемерово теперь не добраться. Настал восьмой день пути. Прошлую ночь провели в Кемерово. Эту ночь в Ишиме, это Тюменская область. Нам осталось около 3500 километров до Сухума. Мы хотим их преодолеть за 4 дня с учетом таможни. Быстрее было бы очень оптимистично. И уехал в точку куда-то. Последние 2-3 тысячи километров не особо интересно освещать. Дорога так себе по неожиданности. Если есть желание, это все можно увидеть в прошлых сериях, где мы гнали Исиса и Фита. В этот раз мы также проехали 10 тысяч километров. За 11 дней получилось. Все успешно, все хорошо. И скоро будет новый рейс. Ну и, возможно, новые видео. Мы Гуа. Тут, не, мы были в Абхазии и поехали вон на Гуа. На Гуа мы случайно теперь. Видите, забрели. Там пальмы. Это Гуа. Почти. Что там, острова это или забыл? Это Индия. А, это Индия.